Площадь Куйбышева до конца лета превратилась в спортивный городок. Здесь каждый желающий может найти занятия по душе. Футбол, стритбол, городки, турники и большой современный скейт-парк. Заниматься физкультурой приходят семьями. Дети и родители от такого физкультурного многообразия в восторге. Я в полном восторге от такого спортивного городка. Я в восторге от того, сколько администрации нашего города, наш губернатор вкладывает в такие непростые времена и столько вкладывается в развитие нашего молодого поколения. И все это делается с душой, с умом, с любовью к своему городу и к своей стране. С третьей декады июня и до конца лета в городе проходит физкультурно-спортивная акция «Самара в движении». Тренироваться или играть можно самостоятельно или в команде с профессиональными тренерами бесплатно. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. А начиналось все в канун чемпионата мира по футболу. Теперь физкультурное лето в Самаре стало уже традиционным. Для приезжающих гостей нашего города, болельщиков, были организованы зоны активности на пляже. Тогда она называлась «Забей гол, фанат». Мы поставили инструкторов по пляжным видам спорта. И в 2019 году решили продолжить, так как увидели, насколько востребованы такие виды активности для жителей города. Продолжили уже в новом формате, назвали ее «Самара в движении». Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится больше и спортивных городков. В этом году они расположены на площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летия октября, а также на пляже Первомайского спуска набережной. Актуальную информацию и еженедельное расписание тренировок можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Городской департамент физкультуры и спорта планирует масштабировать акцию. Спортивные городки должны появиться в разных районах Самары, в отдаленных в том числе. Это в Куйбышевском и Красноглинском. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События.